Блять, вы ловится взяли? А что ты включил? А что? Плагиат, плагиат. О, блядь, она... Слушай, так я не готов. Я тоже. Блядь, все проблемы. Сейчас пиздить. Легкий рисунок. Я ебал, братан. Ну какой плагиат? Нет, давай приду другой режим. Да все, ну все, собрали уже. Это долго, брат. Да давай, давай уже все. Ну все, я ничего не придумала. Ладно. Ребята, вы, блядь, стример, вы не можете придумать что-то? Нет, конечно. Откуда у меня вообще в голове какие-то, блядь, мысли? Ты чё? Вот я тебе рисую. Сам не просился. А я хуй нарисую. О! Чё прям? Чё прям хуй? Хуй что ли? Ладно, зато все срисуют по-любому. Вот я тоже на это надеюсь. А сейчас Ромчик там опять очередной шедевр выдаст. Да, я уже, блядь, шедевры именно выдаю, нахуй. Ну да. Красиво рисуешь. Ну ладно, мне... Ребят, ну... Ребят, что-то верхушка, слышите? Как будто чуть не очень. Бля, брат, ну это пиздец. Внезапный гартик. Ну это пиздец, именно вот... Братан, я именно в тебя верю. Нет, я именно... Ну это... Бля, я рот ебал. О. Окей. Кто ты и откуда? Кто ты и откуда? Пусть мне... Пусть мне Токсис в ушки поет. Врубай. Не, ну я чисто ублюдок, вот, правда. Это я вообще, ну, блять, в кошмаре бы такой не приснился, дай бог. Если что, у меня не... Блять, я привык. Да забей, блять, я привык в этой хуйне приближать, блять. Я тоже попыталась сейчас так сделать. Думаю, я ебал... Ебал рэп. Какого? А. Чат, но мне не получилось, если что. О, вот, сука. Сюда. Шплю, шплю. О. Чат, мне не получилось. Чё. Готово. Изи. Вебки W. Ну, какие вебки? Бля, я, кстати, не понимаю, а зачем Скалзор играет в игры просто? Без стрима, да? Да, без стрима. Вообще... Хуй знает. Мог бы с нами сейчас порисовать в гарчике на плюс-вайбе. Факт. Блять, а во что он вообще играет? Подожди. Не знаю, братишка, когда нужен, его никогда нет. Он мне ни во что не играет в этом, в стиме. Нас, походу, наебали. Мы просто в сети. Да, Дедлок играет какой-то, наверное, ебанский. Так, Дедлок, это что же в стиме? Я не могу нарисовать. Да, блядь. Шлюшка играет? О-о-о. Я не успеваю, блядь. Да, ты мне это говоришь, блядь. Который, блядь, идиот просто ебаный. Ну, шлюха, блядь. Шлюхина дочь. Да, подзвони, алло. Блядь. Подзвони, нахуй. Подзвони мне, блядь. Бен. Есть. Да в пизду нахуй. Охуенный бургер получился. Бургер ублюдок нахуй. Я не ожидал. Сыр забыл. Без сыра нахуй. Без сыра бургер нахуй. Убираем ингредиенты. Меньше калорий. Я именно хуйню нарисовал. Знаете, у меня вот эти уебищи какие-то получились, блядь. Ладно, оставлю так. Давай же похуй, блядь, короче, готов рисовать Некс. Амили, амили, блядь. Так.
Блять, нихуя не смотрю. Так, я сейчас не понял. Нормально, у меня респект. У меня респект челу, который рисовал. Шо у тебя? Ладно, потом скажешь. Бля, дай мне. Подожди, так у меня... Блять, у меня, подожди, сука, я забыл, как он выглядит, чё. Подожди, я могу вот так нарисовать. Не так много, да? Времени у тебя, если что. Я не ремембер нихуя, так что... Я могу вот так, да? А ну-ка, сейчас я... А, ладно, я что-то... Сука, я минимум в ушки заиграл. Ладно, ошибка была это. Амели. Ладно, чат. Ошибка была вот это. Брать в интернет сейчас. Блять, еще по размерам не угадал. Ну, мне, ну, как бы я пытаюсь, но, блять, это похую, пиздец. Короче. Какой именно, бля, я именно уебан нарисовал. Бля, просто именно уебище. Бля, какой именно гандон. Это просто вау. 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 Бля, просто клянусь. У меня именно... Я готова. Бля, я уже хочу увидеть, что ты нарисовал, сука. Всё, как А, руки. Блять. Все, найс. Хорош, пацаны, да? О, Вать. В Белград приезжает Тима Белорусских, идем? Да ну нахуй. Все мои сюжеты по твоим или что там такое? Не, пойдем на Тиму, лучше бустера. Ганфайф. Let's go. Кепку. Что меня чат зовет? Я тут. А что, тема белорусский вышла из тюрьмы? Да. Я думала, он поменял псевдоним все. Он нас там умирает, блядь? Там пиздец. Я как же... Ну посмотреть хочется, сука. Как же он выглядит? Охуенно. Клянусь, это вот худший мой рисунок. Ох, ёб твою за ногу, это что, блядь? А, это какой-то ублюдок рисовал. Вот этого кикнуть надо будет в видос из конфы. А я тут тоже старался, блядь, типа, как скиллз примерно. И кто скиллз больше старается. Я забыл, а что там было? Всё. А, Копатыч, точно. О! Пожалуйста. Сейчас, изи. Пацаны, чуть посмотрю. Я так лень рисовать. Я клянусь. Да, у меня чисто, сука, страшилка из этого, блядь, из... Ну, погоди. Сейчас, подождите, давайте я просто спижу. Мой сюжет по твоим картинкам. Да не. Да. Бифы в интернете бифы. Уже заплатил я. Сахарный папаша, каждый мембер сиа. Все треки зубами, я хуярю бит как пила. Я не чей-то мэн, я не чей-то нейм. Их треки вода. Да я не понимаю, блять. Этим еще Алиса начала играть внезапно. Говоря мне, хочешь обладать запей. Ох, блять, кто звонит, сука. Чувствую себя кометой, скажи кто. Короче, похуй. Готово, на. Да, у меня тоже. Еще один атрибут, вот так.
Не противься, я хочу помочь тебе прокачать новую операцию Counter-Strike. И для этого у меня есть Armory Helper, твой помощник по прокачке операции в кейсе на сайте Epic Drop. Все очень просто, выполняешь квесты, они там очень простые, подписаться на группу ВКонтакте и так далее. Получаешь в награды билеты новой операции. За прохождение всех заданий в итоге можно на халяву 17 билетов получить. Так-то каждые 1390 рублей стоят вообще-то. Если тебе вдруг интересно, как они необмениваемую операцию передают тебе в инвентарь, то все очень просто. Они просто отправляют нужную сумму на твой Steam за секунду. Кейсы с билетами тоже уже лежат на сайте. Там всего за 200 рублей можно билет операции залутать вообще на изи. Ну или в мини-игре Armory Helper вообще бесплатно залутать. Так тоже можно. Короче, ссылку на бесплатный Armory Helper оставлю снизу. И лично тебе, никому другому, дарю 500 ивентовых поинтов. Удачи. Давай еще микс кирит. Позитивной музыки, классно. Не, именно ублюдские рисунки заходят уже. А это только пятый, блять. Шататат мой братик, я понял, что с хорошей девочкой сердце не скачет. Я на айфон ее отснял, меня пустежит память. Когда я сзади в этих суках, я держу там палец. Кричи, гол, кричи, гол, кричи, гол, кричи, гол. Три буквы R&B, три буквы R&B. Кричи, гол, кричи, гол, кричи, гол. Бля, ебать глаза у гада. Блять, ну и похуй, ладно. А, это шестой рисунок вот такой, да? Ну это кто-то очень способный. Ой. Ты чё? Ох, ебать. Блять. По-моему, вот так было. Блять, не успел. Ну, это понятно. Бля, ну пацаны, у нас грустно очень получается. Похуй, ладно. Ладно, я так вижу, мне похуй, я так вижу. Я так вижу, похуй. Я так вижу. Они развидят. Они... Тут что было? Так? Да чат, но я не запоминаю. О, ебать, вот это гениально. Бля, вот именно невозможно спеть. Фу, блядь.
семи, молодой попито. Она очень низко, будто это лимбо. Что-то выпирает, это мой Дрейко. Я ещё под прицелом, но со мной Клейнго. Это парад звёзд. Да ебать, как быстро, нахуй, 4, а что у меня с этим? Блять! Ну, похуй. Блять, у меня лагает. Йоу. Йоу. Видел мои огромные яйца? Йоу. Фу, блядство. Блядство, разврат. Не, ну это чисто вот, блядь. Мне кажется, должно быть вот так. Что там еще было? Тоже плохо выразил, времени ноль. Сажу свою жопу в биг баре. Зачем за мной ехать, у тебя есть парень? Зачем лапать пятки, у тебя есть малень? Зачем ты звонишь меня, это не парит? Вы все похожи на клоунов. Вы будут калик, который не парит. Ангел позвонил и сказал мне: нищий в деньгах, себе счастье. Позвонил и сказал мне: тебе нужен хром. Как не успел нихуя. Так, это ужас, нахуй, авто. Это ужас, это ужас. Порядок. Сейчас это именно будет дерьмо. Давай. Давай. Погнали. Это кто? Это я. Охуеть, нет, я не успею. Ром. Я иди не в успею. Пизду. А, пусто. Ну это ублюдок какой-то ебаный. Ну это, блядь, еще больше ублюдок. Нет, вот это... Так нормально, я лол. Я тоже ублюдок. Лол, лол, лол. Лол! Это нормально, лол! Йоу! Йоу! Ну это что? Это Спанч Боб, блядь, какого-то хуя. Пиздец. Что, у тебя какая-то проблема с цветами? И сейчас. Релакс. И кто next? Под ебанутую музыку. Включай его. А, он сам... Легенда, Марк, блядь! Дал где время? Ну, блядь, времени не хватило на это. У нас тут что, блядь, объяснение? А, там знак вопроса был. Я и забыл знак вопроса. Ну, ну вот у нас из Вали и Евы, где время? Чисто квадрат с говном. Ну это, блядь, это первый рисунок или последний, нахуй? Вот мне вот это пришло, блядь, чисто заяц из этого. Ну на, вот тебе, блядь. Это просто легенда. А я не смог, если что-то ждать. У меня даже первый срок дерьмо. Там пропорции ноль. Ну, хороший. Киборг убийца. Ну, бля, хотя бы успеваю, слышь. Ну, вот у нас, блядь, релакса рыжий стал. О, Рома понял. Бля, Ром, мы чувствуем прям. Смотри, идеально почти. Чё за сыр чел, блин? Я вайба дал, блядь, Ловес. А что случилось с этой проблемой? Он не рисует ничего, нахуй. А, он вышел, блядь. А какой-то. Забыл. Без негатива. Мне сейчас раз. А вдруг вылетело человека? Так вы можно переподключиться, да? Да. О. Так. Вот стоит. Нормально. Чипс.
Нормально, я тут тоже нормально перерисовал. О! А у тебя злой какой-то! Чуть тени добавил, охуеть! Кого не добавил? Нет, а что, у него брови? Тени добавил. Это Серега. Чисто срослись. Бу. Бу, испугался? Не бойся. А у меня вот это было. А откуда эта крепота ебаная? А это с какого-то... Я вот после вот этого, смотри, что сделал. У меня там будет сейчас заминка, но я подумал, что ладно, я художник, я так вижу. Он просто потолстел немножко. Это что? Это Гарстендермир. 900, внезапный макс. Можно ли рун мутать? Нельзя. Фу, сейчас. Почему рыжий? Так, сейчас, секунду. Дошло. Ну, почти. Просто он на 4 лапы встал. О, ща баха. Чё там, Бадос? Чё, запускаем? Ча там, Бадос отвлекся. Да-да-да. Баха, да. Бля, каждый раз эту хуйню рисует. Ну, блядь, научился хоть... Нет, ну это что? Ребят, я это тоже испортил. Ты? Да, я смотрите, какой вайб дал. Посмотри на волосы. Не-не-не, я именно на вайб дал. Бля, это что? Я еще молока залил туда, в ведро. Откуда у нее, ну, жопа какая-то? А я кроссовок, тебя не смущает? Кроссовок, она на... Но она на стиле, на хайпе. Дебил. Вот мне это пришло. Это, оказывается, была панда. Грустный дебил. Дебил. А что он у тебя веселый? Блядство, блядь. Рисунки это блядство именно. Бля, сейчас будет шедевр, сука, от релакса. Кто мой первый рисунок заруинил? Еще никто, подожди, релакс, мы еще не видели твой рисунок. Да, ладно, смотрим на уродца. Смотрим. А, я не руинила, смотри. Бля, это я заруинил, вот этот всё. Рисунок. Вот я у меня чип стоит в шляпе. Я в моменте этот рисунок спас вроде. Я просто спиздился на это какой-то, я не успел. Ну, кстати, нет, норм. Там, когда будет уже почти непонятно, я его спас. Ловус тут... пишет, нет, я нет, его тут... спас. А не, я про... его спас. О! Ну это хотя бы чуть-чуть понятно. Ну да, уебище. А, это вот он. Вот этот ты спас? Не, я выше спас. Я выше спас, братан. Ага, ну кстати, да, кстати, хорошо. А то люди уже расселись, видишь, к мафии готовятся. От Винлайна. Ой, точнее. Опа, уволен. Да, случайно. Просто перепутал, блин, случайно. От Бэтбума. Да, это в лову спас. Да, и именно к мафии водос. Похуй, брат. Я ж просто про несуществующее что-то говорю. О, сейчас же водос рисунок будет, ну-ка. Не-не, там беда, брат. Там бургер... Проблема. Там бургер не получился. Я хотел милый бургер нарисовать, и он просто не вышел. Но мне бургер не доходил. Видишь, у меня верхушка такая, типа. О! Он походу ушел. Есть что? Такие глаза спасают все. Ну вот. Ну, эгоист делает сумму. Просто чипсина какая-то. Мне нравится, что руки, которые Баха добавил, доходят. Ну как доходят? Одна. Ну все. Вот, блядь. А не, вот они две, кстати. Идёт куда-то, блядь. Слышь, ебать, он, вот этот чел серьезный такой. Он на прогулке чисто. Да, хорош. Мне нравится вот этот чел. Он идет. Это как будто с мультика клянусь, он куда-то просто пиздует. Как будто пятерку получил, блядь. Охуенный. Охуенный чел. О, да. Бля, прикольно так смотреть. Вот вроде человечек, да? У всех одинаковый, но у всех разный, как сказал-то я. Угу. Бедолагу потрепало, блядь. Да, так.
Школьник ебаный. Нормально. Ебать, лучше даже, чем сверху. Я релакс, блядь. Релакс, блядь, ультанул. Бля, эгоисты. Ладно, дальше уже можете смотреть, блядь. Эгоист именно вы, блядь. Ну ты заебал, бля. Вот. А что? Оп. Я забыл, если что. Знак вопроса, по-моему. Оп. А я еще себя перепутал. Нормально, похуй. А это ты цвет перепутал? Да. Блять. Серый, потом... голубой, ебать. А там что, все равно потом забыл, так что похуй. Понял. Окей, эгоист. Что же нарисовал эгоист первым? Я уже хочу посмотреть на это. Бля, я просто нахуй этот. Еще просто прикинь, шедевр нахуй какой-нибудь, блядь, с тенями, как вот в Вилгарде. Верю, верю. Ты вот это веришь, да? Надеюсь. Карчик, это что? Можно на телефон скачать? Наверное. Смотри. Это, по-моему, на телефон добавили. Или на планшет. Ебать, это охуенно. А на какой планшет? Ладно, я у него с двух ног просто летаю сейчас. Забей. Бля. Забей, тут я хотел нарисовать лучше, но получилось такое ёбище. Получилось лучше. Сука, именно гад получился. Ебать. Это просто печенье, понял, с глазами. Ну, заебись. Бля, чат, вы именно гадости. Пиздец. Интересно, что Шон нарисовал? Бля, эгоистично. Бля, ну так, кстати, его противник. Это на милости, он тоже дает жизни. Он следующий как раз идет. Он следующий, да. Он сейчас тоже даст. Ой, бля, кусок сыра, ладно, нормально. Поплыл куда-то. Ну, сыр остался, по сути. Вот, я нарисовала, что это Спанч Боб, я поняла. Хорош, он тоже лыс. Бловис, блядь, ну, цвета одинаковые. У него так какой-то чел просто. Блядь, это ужас. Ладно, я чуть-чуть дал, наверное, жизни. У него, кстати, не самый худший рисунок, вот Саня Садов. Почему последний рисунок лучше, чем первый? Нет информации, Ром. Ну, кстати. Причем у меня оставалось 5 секунд просто на это нарисовать. Всего 5 минут. Панда думает о бамбуке. Сколько панда? Панда. Ну, блядь. Я думал, далматинец. Вот панда. Чисто такая. Бля, какой пиздец. Это ужас просто. А чё один уже плачет, другой разозлился? Так не, если чё, мы стримеры ещё даблы, мы же охуенно рисуем, когда собираем гартик. Ну да, но мы стараемся. Мы когда стараемся, да. Во. Веселый стал. Ну, веселый стал. У меня такой же веселый все еще. И другой чипс тоже веселый. У меня тоже веселый будет. Во. Мото. Ну тут чуть не пошло уже. И Вловис. Ну, нормально, классно. Спасибо за рейд, спасибо за рейд. Вловис легенда, как всегда, худший из худших. О боже, это первый рисунок, да? Ну, понятно все. Хорошо, эгоист, молодец. Дебил, блядь. Алло. Блядь, а что это? А я не понимаю, вы что думаете, там только, блядь, кругляшочки есть и все? Че у нас половина, блядь, кругляшочками рисует? Да пофафакай, блядь. О, такой милый. Ну? Ну, просто шляпа. Ну? Бля, вот это... Бля, Мото тоже дебил, блядь. Я говорю, они, ну, типа, используют просто, блядь, геометрические фигуры. У фермера. Ребята, блядь. На курице. Ребят, на курице, на курице. Ребят, на курице. Ну, блядь, ребят, на курице. Ну, кого-то пиздить. Нихуя ты крепыш. Да, пошел разбираться.
О боже, блядь. Текст. Какой ужас, бля, что это за рисунки? Почему сначала даже прикольного нет? Ну вот, хотя бы ты точку добавила ему. А, это мне не дошло или... А, ну да, не дошло. Запускай КС уже? Какой КС, блядь? Всё, он зал. Рип. Бля, разъёб нахуй. А сколько ты стримить будешь? Вот до 2 часа всё? Или чё? Ну, тут? Да. Ты выбрал, да, что? Я просто спрашиваю. Да не, зачем? Я офнул, а потом у себя врублил. Чуть этот, чуть статистики дал. Стрима дал. Макс не хотел стримить, гандон ебаный. Ну мне похуй, я готов и тут стримить, а там мне поебать вообще. Еще так можно? Может, тоже дать ключ трансляции? У меня постримишь, блять, в косплее? Могу и тебя постримить. А я посплю. Косплей Шрека делаешь? Нет, косплей Шрека нет. А когда косплей Шрека? Да, блядь, когда-то нахуй. Не, ну именно легенда. О, этот чел вчера был, как в игре против Ятора, такой же был. Оцени просто, ну, первый рисунок, пожалуйста, Вать. А тут пиздец. Ну, кстати, если честно, чем-то напоминает Макса. Вот без шуток. А как он стал Спайдерменом? Ну выше, блядь, какие-то стринги, блядь, Человека-паукану. Ну вот, кстати, мод, а там тоже будет дерьмо полное. Прям со старту. Блядь, мне уже очень нравится, что вот этим пенсилом не очень приятно водить по текстуре этой. Как они рисуют, это же не очень приятно. Ты мышкой попробуй. Привыкают. Короче, я не знала, что это, и я подумала, что, возможно, кто-то ошибся. И это Майк Вазовский. Найс! Нормально. Довольный, веселый Майк Вазовский. Ну и один глаз, блядь, ну и Йоу! Бля, а что тут будет? О? А, кто первый нарисует, тут уебан. Хэппи, чисто Вазов танцует. Бля, хэппи, именно хэппи, идеально, бля. Именно хэппи. Хз, пока один в один. Вадос, а можно я тебе потом этот планшет возьму? Попробовать? Ну, да, 52 тысяч. Бери. Охуел, я просто хочу на день здесь попробовать. Ну, тогда 50. На день? Я тогда могу сама себе купить здесь. 52 тогда тысяч. 52. Я хуй сос. Я хуй сос. Она даже написана. Бандана. Да. Что это за пенис? Ну это каждый вот нарисовал, что хотел. Ужас. О, мото, первый рисунок. Кстати, норм, мото. Нормально. А почему в прошлых не получалось? Ну это что за... О, нихуя. Блять, нахуй я сюда пришел. Крокодил в ванной. Это у меня, по-моему, был. Блять, а что глаза разъехались, нахуй? А вон... Так он по зазой. Да. Сорян, сорян. У меня гена на сработал. Гена на. Ты чё? Мне спрашивают, что там за шоу-матч 89-й Вести Фрик. Я не знаю даже. Там не шоу-матч 89-й Вести Фрик, просто шоу-матч. Кто, блядь, тебе туда вроде надо идти? Через 10 минут, да. Там именно 89-й против фриков. Никого из 89-го и из фриков. Реально? Да, меня кикнули. Ну, я тебе вчера рассказывал. А, это этот? Да-да. Но у меня нет там, если что, чат.
Да, мне. Странно. Все, иди нахуй. Чем... Долго очень, я ебал, брат, я думал, сдох нахуй. Сам сказал подписчикам. Бля, мне надо 3 минуты еще доделать, чтобы 2 часа было. Чтоб смена прошла. Что тебе нужно еще на 4 минуты, 3 минуты контента? Да. Давай ты как липс с момента, как засмеешься, офаешь. Я не засмеюсь. Делаешь? Ладно, я тебе предлагаю включить трек Токсиса.